еще было солнечно, я решила объединить и показать вам. Первый лук, пальто, шерсть, трусарди, темный графитовый такой цвет. Ярким пятном в этом образе является сумка из кожи питона Gucci с фурнитурой в золоте. Эту сумку вы можете видеть у меня в магазинах ASMR на канале. Возможно, сниму снова. Обновим, скажем так, да, кое-какие новинки добавим в видео. Дальше с бамбуковыми такими кистями. Эта сумка, ее можно носить как на плече, так и кросс, так и на плече с длинной ручкой, так и просто на локте. Пальто в стиле Military Chanel, ботинки Max Mara из замши. В последнем видео вы видели темно-синий и графитовые колготы кальцедония. По-моему, все очень в тандеме. Здесь я уже добавила вместо пальто свитшот светло-серый. Юбка идет набивная, черная. И свитшот вы видите с кружевом розовая фуксия. Очень красиво освежает. Это образ а-ля 70-е, то есть сегодня клёш, да, на пике. Как всегда выгуливаю вот эту сумку, мне почему-то она, а именно давно я ее не выгуливала, сегодня Animal Print в тренде. Джинсы клёш с вышивкой бабочка и пчелка, бабочка на сзади, на кармашке, пчелка спереди маленькая. Gucci клёш джинсы, это же сумка, куртка кожаная с замшевыми вставками, и такой легкий байкер стал Louis, белый с кропотом. Здесь платье Guess by Marciana, черное с тропическими цветами, это синяя коллекция прошлого года с кружевными вставками, и делаю акцент на туфли, здесь вы их тоже видите, на устойчивом таком высоком каблуке тотсы в золотой коже, джинсы сигареты. А это такой расслабленный стрит-стайл образ. Сейчас мне он тоже очень близок, мне нравится. Сумочка Gucci, которую можно и днем, и вечером, когда угодно выгуливать. Такой спортивный шик. Куртка Twin Set. И брюки такие расслабленные достаточно, но не совсем шаровары. От Iceberg на ногах у меня надеты такие сникерсы и кроссовки, как скажем, смесь пиковых сегодняшних, на пике популярности, да, таких а-ля не кроссовок, но в то же время не сникерсов, микс с трендовым Animal Print. И подошвой очень интересный тоже, да, уже вошедший пару лет назад, ну даже не пару, наверное, 5-6 лет назад, сегодня опять на пике популярности. Маленькая фишка. Да, обувь как будто, подошва как будто немного испачкана. В общем, такой расслабленный осенний образ. Пишите, какой больше всего понравился из этих, которые показала. Может, буду снимать такие при возможности. Всем спасибо за пальчик вверх. Пача брачи. С вами была ваша Дольче Вита. Чао, грация, престо.